кафе, значит, забегает мужчина с собакой и говорит: заключаем пари. Вот сейчас собака заговорит. Ну все, нихуя, раз-раз такие, поставили деньги. Ага, он такой: ну, собака молчит. Ну давай, собака молчит. Ну и значит, он проиграл, рассчитался со всеми и под общий хохот вышел из этого кафе. Выходит и говорит: ну ты чё молчала-то? А собака говорит ему: знаешь, а представляешь, сколько денег мы срубим завтра? Так вот, мораль такая: умеешь ждать, если хочешь заработать.